Сегодня у нас 12 июля 2016 года. Сейчас у нас уже время 23:52, то есть почти что 12 часов. Вот сегодня Владимир Галендухин хочет устроить экскурсию по планетам разным, по звездам. Вот, телескоп. Вот и некоторые пожелали встать. Пожелали многие, почти все, но, к сожалению, проводить не могли, только некоторых. Вот Катя. Вот. Вот Алексей идет тоже. Ливия, Леонида тоже сейчас вот проходили. Сейчас они подойдут. Вот. Объект очень интересный. Так, ну кто? Все, кто у нас еще подошел? Больше никто не подойдет? Еще Леонида, наверное, сейчас придет. А все? Да. Она подойдет. Ага. Остальные не встали. Не встали, ну ладно. Так. Очень интересно. Вот все видят? Так, вот кто видит? Вот там половинка. Что это такое? Пожалуйста. Вот это вот. Не-не-не, вот светящийся луна. Объект. Луна, да? Луна. Все знают, что это Луна. Так, а что кто о Луне знает? Это спутник Земли. Спутник Земли. Раз. Вот, кстати говоря, я сделаю так. Кто у нас ответит на некоторые вопросы, связанные, ну, в частности, с астрономией, я подарю приз. А кто будет активно участвовать, у меня даже есть медаль. Я подаю медаль, вручу. Да, медаль, настоящая медаль. И так, вот. О, ну-ка идите, девочки, сюда ближе. Так, вот видите, сейчас мы с вами посмотрим на объект очень интересный, самый близкий к нам, к Земле, это Луна, как кто-то у нас здесь правильно заметил. Это Ливия, да, сказала? Вот, находится он на расстоянии 386 тысяч километров. Скажи раз. Один скажи. Один. Вот сейчас это секунда примерно. Вот сейчас за секунду свет, который доходит от Луны до нас, это примерно как раз одна секунда. 384 тысячи километров. Ну, то есть скорость света 300 тысяч километров в секунду. Вот. На Луне сейчас температура вот на этой стороне, которую мы сейчас посмотрим, примерно плюс 130-150 градусов. То есть достаточно жарко. Жарче, чем у нас здесь. Вот. Но там нечем дышать. Все, если сейчас вы туда посмотрите, вот эти объекты, которые мы будем видеть сейчас в окуляр телескопа, там огромные вот такие, значит, кольцеобразные образования, называются кратеры. Сейчас вы увидите своими глазами. Они более светлые, а более низкие – это моря и океаны. То есть, конечно, без воды. То есть вам нужно только в скафандре там быть. И там нет атмосферы, естественно. То есть там черное небо, одновременно звездочки и солнце видно. Так что ночи ждать не нужно. Можно все одновременно наблюдать. Так, все. Давайте. Это такой элементарный курс знания о Луне, что поскольку вы все-таки герои, все здесь присутствующие, потому что вы встали. Ну, некоторые, конечно, под некоторым давлением, а некоторые так быстро. Да, ну что вы сейчас будешь смотреть? Вот, кто там еще у нас? Ага, понятно. Ну, давайте. Сейчас мы сделаем маленькое увеличение. Внимательно посмотрите. Так. И вы увидите, вот смотрите. Вот эта линия, которая разделяет сейчас, ну, половинка-то. Сейчас приближается первая четверть. То есть, это Земля наша, и Луна тоже вращается, хотя у нас видна только одна сторона. И вот сейчас мы видим, что вот это вид, называется фаза, это первая четверть. Первая четверть, то есть это молодеющая Луна. И вот эта линия, которая разделяет светлую от темной, называется очень интересно и страшно. Терминатор. Терминатор. О, это что такое? Нет, это не то, что вы могли подумать. Фильм. На самом деле это линия раздела дня и ночи. Вот сейчас смотрите рядышком с этой линией, потому что именно там самое интересное. Давайте, сейчас я настрою. Так, кто первый, второй, третий, там разберитесь. А может девочек, допустим? О, кто ты?
Девочек не хочешь пропустить? Нет. Самое страшное. Да, и они хотят посмотреть на красоту Божьего творения. Вот прямо внизу, сейчас вы видите, прямо слева, это большие темные области, это моря, океан бурь, море кризисов, там очень интересное название люди придумали. Но они думают, что там моря и океан, а на самом деле, когда туда роботы прилетели, никакой водички там и нет. Так, о, просто красота. Можно тут всю ночь сидеть. Правда, комары потом заедят. Не, сейчас идет. И завтра будете спать. Да. Во время работы. О, все. Давайте. Так, садитесь. Ну, кто первый? Девочки, садитесь. Давайте. Не тяните вдоль. Давайте по росту. Давайте по росту. Давай, это сейчас. Да. Только телескопки трогай. Как это у нас Агния. Глаз туда. Ты не бойся. Ближе. Ближе. Видишь? Здорово? Молодец. Отлично. Посмотри, посмотри. Подольше, если хочешь посмотреть. Ну ты, наверное. У меня девочки, потом мальчики. Я сейчас это самое. Вас ослепит, но смотрите пока. Потому что я хочу сфотографировать. Да быстро. Так, чтобы было. Мне глаза ослепило. Вам на память будет даже. Да. Чтобы смотрите. Вот так. Посмотрела? Так, следующий кто у нас? Так, подожди-ка. Сейчас я посмотрю, чтобы у нас там было по центру. Ну, она уже убежала. Наша Земля вращается, ведь вы тоже знаете, да? И поэтому Луна убегает из поля зрения. Но мы ее сейчас вернем. Специально для вас. Как будто на фотографию смотрите. Садись, смотри. Смотри, ближе. Класс. Тихонько. Видишь? Угу. Здорово? Да. Посмотри внимательно. Полюбуйся красотами Луны. Может, люди когда-нибудь туда и полетят. Хотя они очень хотят туда. Даже лунные базы там сделать. Давно. Да. Такой космолет. Ну, это Земля, Луна. Кто хочет туристическую поездку? Видишь, как смотрит? Не оторвать. Она уже туда захотела. Видишь? Любовь с первого взгляда. Леша, ты на Луну хочешь? Он страдает от комаров. Значит, надо на Луну. А там комаров как раз нет. Ну, Леша, ну там и воздуха нет. Ну смотри, как это самое. Леонида. Хватит. Леонида тоже, ладно уж. Ну не ладно, мне не понравилось. Сразу видно, что ей понравилось. Потом еще больше увеличения сделаем, и там будет вообще красота. Пока она в облака у нас не зашла, чтобы побыстрее она посмотреть. О, она действительно, видишь, недалеко не убежала. Так, кто следующий у нас идет? Ну давай. Восхищайся красотами. Так, глаз. Тебе в очках нормально будет? Нормально. Ну все, смотри. Видно? Ага. Вот посмотри там, вдоль терминатора. Слева, посмотри, сверху. А почему кратеры только вдоль терминатора видно? А дело в том, что ну, там вдоль терминатора они просто попадают. А если Луна потом еще больше, так сказать, осветит, ну, фаза продолжится меняться к полнолунию, тогда будет видно и другие кратеры. А вот на обратной стороне Луны, там морей нет, океана, там все кратеры. Ну, даже некоторые ученые, у них разные гипотезы, они не у всех, так сказать, одинаковое мнение. Вот где эти кратеры, это как раз туда больше камушков попадало. Ну, а где моря, это какие-то, видимо, извержения, которые были. Так, кто у нас? Я занимаюсь. Так, теперь, ну давай садись. Я. Подожди, я сейчас проверю. Сам говорил, что пожалуйста. Ребята, да всем хватит, чего вы. Так, поехали. Все, Максим, не теряем времени. Давай, восхищайся. Ты ни разу в телескоп не смотрел. У тебя в первой жизни будет раз в телескоп смотреть. Ты смотрел раз. У нас в этой. Так они как смотрят вообще, днем? Включайте. Нет, вечером. Тоже вечером? Да, вечером. Угу. Там же уже в октябре, в декабре, в январе. А, раньше, раньше. Конечно, в 5 часов угу. Уже все. Вот так.
серединке. Видишь, какие там? Дырку. Ну, посмотрел? Все, давай выходи. Вот, и сегодня мы посмотрим еще на две планеты. На Сатурн и на Марс. Иди. Так, следующий. Садись. Давай. Тихонько так. Видно? Здорово? Да. Здорово. Ну давай. Кто у нас еще не смотрел? Леша? Я и Леша. Ну, ага. Все. Посмотрел. Так. Леша, ну, будешь? Ладно. Ну будет, конечно. Не жаль свет. Так, садись. Быстренько садись. Смотри. Видишь? Да. Ну как? Лёша, там впечатляет? Лёша, там есть дырка? Впечатляет? Там посерединке. А вот астрономы, они встают ночью, все ночами проводят вот так за телескопом. И днем отсыпаются, конечно. Так, Кирилл. Давай, смотри. Сейчас мы сделаем больше увеличения, и тогда у нас будет более интересная картина откроется нам. Посмотрел? Ты ближе глаз-то. Да. Все? Все. А теперь давайте сделаем большое увеличение, и будет еще более интересно нам посмотреть. Ну и потом посмотрим Сатурн и Марс. Ну, хотя это должно быть. Вот здесь я обратил внимание, очень хорошая атмосфера, ребята, потому что видно просто потрясающе. Внимательно слушаем. Вот тихо. А атмосфера что это означает? Это значит чистота атмосферы, чтобы там не было никаких примесей, городских огней, ну и всяких вот этих вот нечистот, которые города выбрасывают в атмосферу. В основном от заводов. Да. Теперь будет Луна быстрее уходить, поэтому мне, ну, придется много... Я сейчас вам такую область показал, там как будто смайлик. Ну, у нее смайлики. Ну, это такие, знаете, такие, да? Вы, наверное, пользуетесь в электронной почте. И вот он вам, ну, он так выглядывает такой, из этой из темной стороны так выглядывает два глаза. Сейчас увидите сами. Два глаза таких. Вот сейчас смотрите внизу. Увидите. Так, также такой же очередности. О, просто потрясающе. Вот здесь горы видно, с двух сторон горы. И кратеры дырки. А вот тут вверху и внизу горы, вы увидите. Так, все. Девочки, кто у вас первый? Да. Ладно, давай. Садись. И смотри, внимательно посмотри. Видишь там два каких-то таких дырочки темные, да? Как будто лицо выглядывает из темной стороны. Видно? Посмотри, горы там. Сейчас два раза больше увеличения. Классно. Здорово? Угу. Видишь как? Да. Вот. Какие интересные небесные тела Господь Бог сотворил. И вот сейчас мы можем их наблюдать, изучать. И таким образом восхвалять Творца всего вот этого, всей этой Вселенной, всего этого мира. Видите, сколько звезд? Сейчас я еще кратко вам покажу, включу свой волшебный фонарик. Сейчас я его пока не включу. А? Все. Посмотрела? Все, молодец. Понравилось тебе. Может, я в космонавт пойдет сюда? Вместе с Леонидой. Полетите? Никуда я не полечу. Ну да ты не полетишь, вон девочки полетят. Нет, поеду домой. Поеду домой. Смотри, ставка. Так, ну тогда здесь она у нас ушла. Это сейчас быстренько управлю. У нас убегает уже. У нас есть солдат даже, который нас охраняет. Это Алексей. А, ну что ж.
У нас снова солдат, у нас сержант. У него солдаты уже, он военный. Почему? Он сейчас ходит по кругу. Ладно, слава Богу. Величественное дело Господа нашего. Аллилуйя.